А в 18 веке верхнюю часть заново перестраивают. То есть уцелела нижняя часть. Там жили короли. Но короли не живут в таких условиях давно уже. Там сейчас хранятся королевские архивы. Доступа нет никому. Даже то, что было еще в 30-е годы, до сих пор нет прямого доступа даже в прессу. Вот это тоже будет ставлено.